Привет, это «Сядь, подыши». Наш день состоит из уведомлений в мессенджерах, звонков, вибраций, и мы привыкаем реагировать на все это сразу, автоматически. Это пятиминутное упражнение при регулярном выполнении помогает начать замечать свои реакции и делать осознанный выбор — среагировать прямо сейчас или оставить уведомление на потом. Давайте начнем. Сядьте комфортно и сделайте пару приятных глубоких вдохов через нос и выдохов через рот. Мягко прикройте глаза. Почувствуйте контакт тела и пола, ваши руки, которые спокойно лежат на коленях. Наслаждайтесь этим моментом паузы. Сейчас никто ничего от вас не ждет. Вы наедине с собой. Почувствуйте положение своего тела в пространстве. Прислушайтесь к ощущениям тела. Легко вам сейчас или тяжело? Почувствуйте, как ваше тело успокаивается. Мягко переведите внимание на дыхание, на вдох и на выдох. Почувствуйте вдох, выдох. Мы оставляем наше внимание на этом плавном движении дыхания. Когда вы замечаете, что думаете о чем-то другом, просто отмечайте это и возвращайтесь к дыханию. У нас есть выбор — уйти за мыслями или продолжить наблюдать дыхание. Просто наблюдать дыхание, возвращаться к дыханию. Такая регулярная практика в медитации помогает замечать отвлечения без автоматических реакций на них
пришло новое сообщение. Прочитай его, как только допишу свое письмо. Или пришло новое сообщение. Прочитай его сразу, потому что оно для меня важно прямо сейчас. И теперь верните внимание на физические ощущения тела и откройте глаза. Спасибо, что прослушали медитацию. Буду рада вам снова. До встречи.